Три часа дня. По словам мамочек, очередной аншлаг в комитете по образованию прошел. Дети, которые бегают по его коридорам, должны в это время видеть сны в садике. Вместо этого они несколько часов ждут в очереди, чтобы узнать свою очередь. С некоторыми мамами общался, они с 9 утра, с 10 утра стоят в очереди. Это вполне себе или как? Я, конечно, понимаю, что ситуация нездоровая. Я с 10. С 10 часов утра. 57-я по записи в списке. А я 74-я вообще. Хотя пришла в 10 часов записалась. Да, я думаю, ночевать буду. Списки, о которых говорят мамочки, это эти кусочки бумаг, куда сам вписываешь свое имя, ибо дозвониться и записаться на прием практически невозможно. У нас два дня в неделю, это вторник и четверг, ведется прием по записи. Учитывая, что записаться на сюда. Сейчас, учитывая, что у нас сейчас такой-то злободневный вопрос, сейчас мы проработали с пресс-службой администрации города и с управлением информационных ресурсов администрации города одностраничный сайт. А на практике двустраничный, на котором при желании дети от скуки могут порисовать. Только что стоял в очереди с родителями, говорят многие, что не дозвониться постоянно, скидывают трубку не то, чтобы линия занята, а то, что банально не берут трубку. Как это вообще прокомментируете? Учитывая, что у нас сейчас 260 человек, к примеру, принимаем в день, то понятно, что физически нам просто некогда поднять трубку. В сухом остатке одна вода, а пока в комитете не могут поднять трубку, родители будут писать свою очередность на листочках и стоят по несколько часов. Илья Балханов, Анатолий Пляскин, телекомпания АТВ.